Хей, йоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжим проходить игру под названием Borderlands 2 DLC Сокровище Пирата Скарлет. Окей, мы с вами пришли в маяк. У нас еще такие есть платформы, я тут вижу. Так, ну понятно, фрезы, как обычно, тоже дело ограничено. Почему у меня 10 патронов? Так, емкость магазина. Патрон для снайперской винтовки. Почему у меня 10 патронов? У меня была раньше 11. Ой. Ой. Ну там взрывные у кого-то пули. Ха. Или просто пробежать нафиг надо. Так, тут ладно, застрял. Если встанет, я его убью. Хотя можно вот так сделать. А, побежали, это долг будет. Это будет долго, поэтому просто бежим. Ясно. Значит, сюда. Зачем я сюда пошел? Что за звук был? Я понял. Сюда я, походу, не должен был идти. Вот почему здесь тогда нету невидимой стены? А, могу выбраться, все. Ой, блядь. Да, он... это хуйня жесткая! Я уже не смог терпеть. Я уже понимаю, что это слишком серьезный враг. Ого! Вид, образ новый. Так, ты показываешь сюда или куда? Для вентиляции. Блять! Оно за мной бежит. Так, все. Если ты определяешь меня гонка за сокровищем, это вряд ли, ну, на всякий случай, я остерегайся левифанов. Вот здесь музыка прикольная. Не, вот сейчас музыка прикольная. Я понял. На обход. Хорошо. Так, сюда. Понизу пойдем. Просто бежим. Главное, чтобы скелет на меня не напал. Потому что я смотрю, скелет самый жесткий. Мистер Бабблс, сестричка. Знаете, к чему эта отсылочка? Сестричка и мистер Бабблс. Даже турель, это ж у нас этот. Биошок.
Видите, я с ним типа поговорил, там же можно типа либо убить, да? Либо поговорить. Я поговорил с ней, и она мне дала оружие. Это как освободить ее. А если бы я ее убил, мне дали, по сути, бы дохера денег. Понимаете, о чем это я? Это то же самое, как и в игре все. Это охуенно. Включить лифт. Так. Войдите в маяк. А, мне нужно понять вот это миссия. Туда? Ну, пошли. Ай. Так, вероятно, эта бутылка была брошена в море еще до времен, когда я здесь действовала. Слышали о воде. И о грамотности. Так, найдите сокровища. Ой, бля. Ладно. Это будет быстро, скорее всего, в тележке. Хотя... Нет. А, ну вот даже вообще тут. Так, а что насчет вообще там что-то говорится? Так, найти сокровища. В бутылке... Так, вы нашли записку, в котором сказано, что на маяке Магниса закрыт склад. А я нигде не... Ага. Здесь еще что-то есть. Нет. Оно еще... оно еще может показывать сверху, надо мной. Оно может еще надо мной показывать. Это же тоже часть локации. Вероятнее всего, это надо мной, которая. А это мне надо что? Сейчас прийти, подрубить. И пробежать. О, тут сундук есть. Не падать. Так, я надеюсь, запись идет. Идет. А, это хорошо. Я стрелять не буду, я помню, я сейчас нажму на экран, и он стрельнет. Есть такой вариант еще побежать так. А что у нас вообще здесь находится хотя бы? Остров АФМ. Ладно, заюзаем. Го, пробежимся вокруг. Я пойму, что здесь ничего нету и вернусь. Так, сейчас мы должны были из виду потерять. Поэтому нормально. Так, тут ничего нету. Наверх могу залезть? Можно, но походу как-то по-другому. А ну-ка. Ага. Так, терминал. Ладно, разбирайтесь. Походу куда-то сюда можно залезть. Покажи, не могу залезть. Что-то мне мешает. Что-то мне мешает. Скорее всего, мне же сюда тоже скажут дуй, наверное. Включить лифт. О, сокровища. Реликвии? Нет, автоматы. Блин, мне бы в магазин идти и продать. Зайти бы до магазина и все это дело продать.
Так, и сестричку мы освободили. Так, теперь пойдем не вниз, а вверх. Вот тут подсветил. Так, фиолетовая. Так, мухи уже нападать начинают. Бля, там сундук был. Ни хрена, сапер. Хочешь познакомиться с моей подружкой? Я не хочу в сапера играть. Я буду крестики ставить. Ведь он долгий. Блин, нужно будет спрыгнуть за сундуком. Давай наверх, 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 наверх! Быстрее наверх, шкой, маяка, Леофан, знаете, что мы в это... Найдем склад. Излиться, ну, нашу шутку. Вон, чтоб трос не оборвался. Что-то его так закручивает. Всегда, если закручивает, есть вероятность того, что может оторваться. А, не, все нормально. Попью напоследок. Маяк. Вау. Здесь довольно красиво. Так, войдите в маяк. Войти в маяк. Нам нужно записка в бутылке еще выполнить. Давайте побыстро порыщем, что здесь. Потому что я говорю, скорее всего, у нас будет последняя серия. По DLC-шке, и мы будем заканчивать. И дальше, наверное, буду уже проходить DLC, связанный с охотой за головами. Там в основном у нас то же самое будет. Там только очень, ну, типа, локация довольно маленькая. И в основном там будет один босс. Маленькая локация, босс и все. Ну и понятно, что квесты там... Сюжетно там будет состоять из... Блять, ну короче говоря, на прохождение нам много слишком не понадобится времени. Там буквально каких-то... О, знак Пандоры. Знак хранилища. Блин, я забываю, почему говорю Пандора. Хотя это хранилище. Так, мне предлагают туда вниз прыгнуть. Сейчас мы круг сделаем. Блин, главное, сколько мне места в инвентаре? Сука, 16 только слотов. Ай-яй, плохо. Ну, может, в маяке там будет просто этот вход. Прикидываю, бегу, блять, и тут тупик. Дерезли. Ладно, ищем, где что закопано. Так, ну это закопано должно быть точно здесь. В кустах? Нет. Так, я понимаю, что у скалы этой. Может, мне нужно на скалу прыгнуть? Хотя, знаете, что еще есть вариант? Около макетс просто с другой стороны. Так, муха, ты мне надоела, я тебя сейчас словлю, взорву голову. Ух! Сейчас бы я отвлекся и упал, и... Нужно муху все равно грохнуть. Так, что у меня по патронам? Здесь перезаряжено, все хорошо. Так, электрические херовина, значит, враги будут еще вылазить. Может, здесь где-то она зарыта.
Мне почему-то кажется, если бочки здесь стоят, это значит, когда я буду отсюда выходить. Может, Скарлетт меня решит прикончить. Ну, поехали. Снайперку взять или дробовик сразу? Давайте дробовик. Не, снайперку. Мы же снуперы. А потом дробовик. Или сразу дробовик, чтобы время не терять. Ты на верхушке маяка? Замечательно! Найди место, куда можно установить компас Блэйда, и мы узнаем, где закрыт клад. Тогда я сначала проверю гипотезу. Гипотезу насчет этого. Ай, блядь, ладно. Ой, что тут есть? Теперь у меня точно слотов нету. Получилось! Что там произошло? Месторасположение утерянного сокровища открыл вперед за ним. Получилось! Проходи, клад закрыт где-то на солнечном... Так, восстановление. Подзарядка. Так, а теперь мне нужно... Да, вон. Как раз. Ты просто класс, дружище. Я беспокоился не всю твою помощь, чтобы преодолеть возможность ловушков на пути к сокровищу. Я не предам тебя, пока мы не найдем сокровища. Динь-динь. Я получил это проклятое сокровище. Оно убило всех моих, весь мой экипаж. Но если ты хочешь погибнуть в моих поисках, на здоровье. Это капитан. Капитан Блэйд. Конец записи. Навсегда. Так, хорошо. Давайте я еще узнаю, что вот это за черный участок. Подождите. Цель добраться до Скарлетт. Это локация? Не, а если так, тогда мне все равно идти к сторону Скарлетт. Если нет, я лучше спрыгну, посмотрю, что за черный участок. Скорее всего, там где корабль должен быть. Его там нету. Надо спрыгнуть, чисто чтобы узнать. Окей. Это была тупая идея. Сейчас у меня отнимут около 50 кусков. Да. Минус 50-ка. Минус 55. А какой смысл было здесь что-то ставить? Шучу. Я до сих пор было очень... Все было очень здорово. А я тебя понял, Скарлетт. Так, убить помощников капитана Скарлетт. А где они? Это не он. Это не он. Это не он. Это тоже не он. Сейчас все будет. Кто там пуляет по мне? Ну, видите, в принципе, так и знал, что будет засада. Все будет в таком духе. А, минус помощник. Помощник капитана. Мой друг, ты с тобой все в порядке? Я слышал взрывы на маяке. Это не ты самым случайно взрываешься. Я вижу капитан Скарлетт, она идет на яркий свет. Так, на солнечной равнине, она на твоем месте, я бы поторопился, я определил ее, кроме того. У нас мало времени.
Так, солнечная равнина, поехали. Сейчас мы тэпнемся, я продам быстро вещи, которые там будут, ну, рядышком, если будет магазин. Если тебе это утешит, все, что я тебе говорила, было сказано искренне. Ты превосходный боец, неизговая личности. Только что прибыли в точку, на которую узнала маяк. Здесь. Так, подожди, мне нужны торговые аппараты. Есть ли торговые аппараты снизу? Вот. Капитализм взывает к тебе. Так. Смотрите, в принципе, хотя 13 патронов, 24, шок, я все это продам. Мне нужно больше места. Заходи. Мне нужно больше места. Так, теперь берем тачку на прокачку и летим. Понятное дело, что нас обманули. Так, хорошо, полетели. Идите на свет маяка. Ого. Угу. Где-то у корабля. Где она? А, огроменный червяк. Это ось. Идите, войдите в Леофана. Логово Леофана. Выйти из Леофана. Ну, я как бы могу выйти, но я хочу посмотреть, что здесь. Прикидывай, тут можно что-то куда-то еще пойти. Ясно, нельзя. Выйти из Леофана. Жалко, что сокровище находится где-то в желудке. Было бы прикольно. Логово Леофана. Если вы освободите короля плена, вы... А, не, смотрите, все-таки я еще внутри. Все-таки я еще внутри. Так, давай сразу это проясним. Да, большинство моих товаров подобрано... Хорошо, отлично. Так, давайте сразу, наверное, с дробовика начну. Плохие новости, нас пригласил Леофан. Хорошая новость. Он тащит нас в сокровищницу. А теперь просто отличная новость. Помнишь моего любимца Роско? Я нашла его. Он же... Так, он же белый и пушистый, да? А чё я мучаюсь? Все, а, у него глазки слабое место. Все. Роско убит? Какая жалость. Ну что ж, трусит города... Так, гордо берет... До встречи, искатель хранилища. А, проклятие, я уронила пистолет. Сделай одолжение. Не бери его, ладно? Ведь брать чужое... Это воровать. Мое. Так, тут кислота не поднимется. Ну, видите, дробовик как все решил быстро с врагом. Но я потратил, конечно, много пуль. Все равно. Выйти из логова. А, точно, у меня же патроны, я же тратил на врагов там каких-то. Так, один босс есть. Мне кажется, еще будет три босса. Ну, еще два, два-два. Типа, это пиратка, и, скорее всего, тут это огроменный червяк. Ну, с червяком будет жестко. Нихера. Левиафан.
очень-очень большой. Ну вот мой друг. Убили Афана. Так, мне кажется, здесь лучше отойти. Ладно, делаем так. Минус одна часть. Минус вторая часть. Минус третья часть. Ни хрена их. Бам. А, кота. Не очень. Ладно. Окей. А чё вас так много? Ну это червь прыгун. О, еще мелкие червяки. А, королевская. Ой-ой-ой-не-не. Королевская мы. Что-то этот закончился, слышите? Он как-то приуныл немного. На что-то что-то приуныл, враг. А ну блин, ты надоело. Ну. Получилось! Океанное сокровище песков теперь твою! Это было замечательно, правда? Пленка, так. Пленка повреждена, там было сказано. Так, мне бы дробовик. Пули на дробовик. Так, это у меня что за автомат? Подожди. Ох, я с этим автоматом хожу. Ладно. Нужно было его поменять на тот, который был. Так, найдите сокровища. Мы по Леофану пойдем. Нет. Тихо, тихо. Я не сюда. Так, стоять, а куда мне идти? Куда мне идти? Чё-то я не пойму. Как бы тут это закрыто? Да. Я понимаю, наверное, оно должно открыться. Но оно что-то не открывается. А проход только там. Еще проход есть здесь. Ну а как. А, блядь. Да, все-таки мне по нему нужно пройти. Даже так. Он большой. Мы его убили. Здоровый босс. Так, осталось еще пиратка нам. Пираточку убить. И все вообще будет. Збс. Так давайте я в ту сторону сбегаю. Так, и кончилась история о том, как Искатель Хранилища победил коварного капитана Скарлетт и убил Леофана. И когда над Пандорой зашло солнце, Искатель Хранилища понял, что несмотря на то, что они нашли легендарное оружие капитана Блейда,
Истинное сокровище песков. Это все время было внутри них. Конец. Ну что там, тебе нравится? Последняя часть получилась слишком... Да, немного подумать, правда? Даже слишком. Но в остальное конец истории получился весьма неплохим. Ну, для маленьких замурзанщика, конечно. Спасибо. А, не за что. Я должен научить кого-нибудь рассказать тебе эти истории, когда меня не станет. Возможно, для тебя... Да, я люблю тебя, Маркус. Это странно. В смысле, блядь? Мысли, блядь! Не-не-не-не-не-не-не! Давай тебе... Найди сокровище. Стоять. Давайте сюда схожу. Чтоб я знал. То сейчас рели получит, так что я проебусь. Так, не, хуй, я не спрыгну. Ой, хуй. Я не спрыгну. Спрыгнуть равно лохануться. Блин, может мне апнут до 39-го. Хотя бы. Ну, блин, может быть, если я задание сдам, там... Так, что мне по инвентарю стоит? У меня инвентарь должен быть чистый. Ну, почти. Это что у нас? А, это те пришельцы. В смысле, подожди, а Скарлетт, как мы победили? Зал утерянного сокровища. И что? Ага, вижу. Там есть проход внутрь. Короче, все открываем, все, что есть. И забираем. Да, главное тут получится эти пришельцы. Все замешано на этих пришельцах. Осталось найти вход внутрь. Может, мне на вершину надо залезть? На вершину пирамиды. Или либо снизу вход. Не, мне кажется, сверху. Да, там что сверху стоит. О, тут все нету, сундуки. Есть очень хороший сундук, большой. Так, сразу берем такие. Поехали теперь по этим. И что здесь у нас? Дешевая. Так, семка. Больше семейка. Короче, забираем все, потом продадим. Привет, привет, добыча. Забираем все. Синего цвета. Все забрали. Так, там еще есть. Теперь смотрим по цене. Не ниже 2000. Не ниже 2000. Ага. Ага. Так, 1600. Так, больше 150. Больше 150. Все готово. А, теперь можно забирать все остальное. Это потом заберем. Ну все. Ну, что сказать, с какой-то слишком скромный местечком. Скромное местечко. Очистительный завод, ну, скорее всего, там будет тоже рейдовый босс для 4 игроков. Не для нас, это понятное дело. Хотя можно будет сходить, посмотреть. Погнали, все это дело продадим. И посмотрим, что там нам дали ценного. И будем заканчивать.
Ну, следующее это у нас охота за головами. Я не знаю, там сколько их, 5, кажется. Мини-истории с этими, а там за головами. И я выберу там, в какой последовательности, блин, это все выполняет там. Ну, вы поняли. Но я точно знаю, что первое будет у нас пьянчужное место. Там лепреконы, все такая хернюшка. Потом отправимся с вами. А хотя, что я буду вам рассказывать, вы узнаете это все равно потом. Со временем. Же там тоже что-то есть? Ну-ка. Стоямба, стоямба. Так, тут завалено. Так, поехали. Базуку. А, продам. Угу. Продаем. Да. Так, навык специалист класс. Так, ла-ла-ла, восстановление. Бомбы. И у нас не хватает еще немного. О, видите, мне даже лям нужно скрепить, чтобы получить достижение. Так, а что здесь у нас было? Ну, это понятное место. Так, это у нас просто место с боеприпасами. Куда-то еще наверх можно пройти. Смысл? Вот смысл сюда идти? И ради чего? Тут же невидимая стена. Может, если бы я умер, мне нужно было бы с того места прыгать. Ну, смотрите, здесь хорошо. Чем? То, что я могу продать вещи, вернуться и забрать то, что я, типа, не успел. Мы этого не будем делать, потому что там всего лишь две гранаты за 1150. И дробовик за вот этот косарь. И все, поэтому как-то так выходим. Место обозначено крестом. Граната и оружие снесены с крестом. Так, без... Так, выполнено. И где это я? Знакборды я видел. Оу. А, подождите, это место, оно было закрыто у нас все время? Или оно было просто черным? Я хочу на корабль залезть. Возможно туда попасть? Пирфест. Все, короче, базарим с этим челиком. Можно заканчивать. Или можно еще отправиться за этим. Посмотреть ту миссию. Здорово. Так, Скарлетт побеждена, Лефан побежден, утеряно сокровище песков найдено, да. Напряжение вдалеке денег. Да, напряженный выдался, согласен. Мы играем в гляделки? Я выиграю. Я прекрасно играю в гляделки. Серафимы ждут. В смысле? У меня срочная новость, один гиперионский инженер в пустыне сошел с ума и воображает себя всемогущим. Так, здесь всякие штуковины, которые пришельцы оставили на этой планете. Или что-то в этом роде. Так, ты всегда с него на моде, он не умрет, но берегись, по крайней мере. А так тут у нас еще задание, смотрите, есть. А, победи гиперия непобедимого. Сокровище песков в ваших руках снова.
Капитан Блейд поставил маяк Магнуса за несколько лет до своей смерти. В его записях сказано, что есть вместе компас на вершину маяка, он укажет место, где закрыт клад. Конечно, в записях Блейда также много говорится о тайниках большим разумных пирожков. Под конец у него слегка поехала крыша. Войти в маяк. Да, вы победили Леофана, нашли сокровище песков, но это же не значит, что вы не захотите начать все с самого начала. Что, реальный мир? Какой реальный мир? В смысле? А-а-а. На цензуру. Ну, смотрите. Можем сейчас это все сделать. Давайте это сейчас все сделаем. Тогда. И отправимся. Так, а мне нужен телепорт. В ту точку. Но я не знаю, что имеется в виду все заново. Все заново DLC проходить или что? Сейчас посмотрим, что они имели в виду. Так, сокровище маяка. Маяк, маяк, маяк. Войти в маяк Магнуса. Ну, это мы просто дело пробежим. Убивать никого не будем. Враги не восстановились. Обидно. Восстановились. А, нет, это бочка. Ну, а это два великана. Да, они не восстановились. Но сейчас быстро пробежим и посмотрим, что они там имели в виду. Что они имели в виду? Если ты определил меня в гонке за сокровища, это вряд ли, но всякий случай, остерегайся Леофана, я уже говорил, Ла. Зажрав... Почему она опять разговаривает насчет этой темы? Мы ж уже все, мы ее шубили, разве нет? Странно. Начать все заново. Скорее всего, просто Леофан станет сильнее. У меня дробовик есть. Фул патронами. У меня есть дробовик с фул патронами, поэтому мне не страшно. Сейчас быстро сбегаем, посмотрим, уйдем. Так а зачем заново все? И этого как бы понять не могу. Способность очень быстро заканчивается. Ну уже, чё так медленно? Что такое? Что вы хотите от меня? Там кто-то вон наверху лазит. Они ко мне бегут. Можно быстрее? О, еще кто-то бежит с бочкой. Надоел, давай быстро. Че он стал медленнее ехать? И он ко мне добежит. О,
Вот, отлично. Не, тогда оно намного быстрее. Все сделалось. А сейчас долго. Я уже хер знает какую волну отбиваю. Ха. Что, не долетает, да, твои? Фес, она медленная. Ху. Сейчас скажут, у тебя заклинило немного. А смысл? Смысл я заново сражаюсь со всеми? Ради чего? Ну, я могу апнуться. В принципе, я могу апнуться. Мне кажется, там просто будут усиленные враги. Ну, не знаю, ну, дробовика, мне кажется, должно хватить. А главное, с вот этой формой, что сейчас будет, типа, я поднимусь. А, я ж... Блин, точно. Какого хера наживо? Дробовик... Ой, буду этот, короче. На червя использую дробовик, а на этом боссе использую лучше этот. Снайперку. Быстрее будет. Знаете, какой еще есть вариант? Я туда вернусь, но сокровища не будут улучшены. Типа, ради чего я тогда туда иду? Правильно, ради ничего. Ради ничего. Мне интересно, что это за черное пятно, потому что оно никак... Да. Могу я? Не, давай автомат. Вот так. Ладно. Ну, они сильно подгорают. Они подгорают сильно. Ой, не попал. Давай быстрее. Да, я в курсе. Все, полетели. Может, сейчас я еще быстрее убью всех. Блин, только на червей, блядь, я буду тратить больше времени. У тех на мелких, которые вылазят. Так, машина, поехали. Машина и поехали. Давай, быстрее. Ну, я не знаю, зачем. Зачем мы заново это проходим? Логово Леофана. Так, ну первым я сказал, да, сначала убиваем с помощью этого. Ты при смерти? Это поправимо. Так, давайте я сдаю за это. Да. Зачем? Она уже мертва! Это, знаете, лучше бы сделали уже в виде призрака. Лучше бы уже тогда сделали в виде призрака.
А, у тебя глаза минус. В смысле? Так, все, бежим, бежим, выйти. Мне главное, чтобы сокровища были открыты, ну, для меня. Типа, я их мог заново забрать. А то я просто сейчас иду заново драться с боссом. Да-да-да, Левифан очень-очень здоровый. Очень-очень здоровый. Так, где дробовик мой? Видите, все, он не реагирует ни на что. Так быстрее будет, ладно. Ну. Алло. Давай резче. Блять, нужно было ворота эти все-таки открыть. Знал бы, знал бы, знал бы. А так ему урон не наносится. Ух, я время тянуть. Хуя. Леофан. Лево. Давайте ближе к двери подойдем. Какой-то необщительный. Ну не общительный. Что делать? О, неужели? Да. Долго мне пришлось ждать. И снова ждем. Да. Вот понимаете, в чем херня? Оно просто время тянет. О. Второй червь. Сейчас все будет. Так, минус эти мелкие. Да, я убил его. Полностью согласен. Блин, понимаете, в чем херня? Если окажется, что там как бы закрыто, то это все дерьмо. А, ну все открыто. Найс. Круто. Ну, я думаю, давайте тогда на
этой ноте мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.